Стоп, это толчок? Мы на нем полетим сегодня. Это наш... Ребята, сегодня у нас серия обещает быть очень интересной. Мы полетим на толчке! Мы совершим первый полет людей. Мы совершим полет. Мы не улетим. Да, так что отплыть. Ой. Лопаем. Давай обе турбины. Пусть горят. Ладно. Ребята, это интересно достаточно. Мы облепешились. Да. Так что мы сейчас равняемся и наш... Мы должны не улетать далеко. Там кто-то вообще машину уже поставил. Мы должны проходить через черные стенки. Да. Не касаться камня. Видишь ту наковальню? Видишь вот ту наковальню? Надо лопнуть два шарика. Так. Все, молодец. Для того, чтобы мы далеко не взлетали. Да блин, почему мы летим? Нам постоянно надо будет вот так вот присаживаться. Нам обязательно, потому что надо пролетать через вот эти вот штуки. Иначе мы сдохнем. Иначе мы не получим ничего в конце. А главное... Только по морде. Да. Нам этого не надо. Да, а мы хотим еще голду забрать. Поэтому вот мы летим. Мы крутые достаточно, да? Угу. Блин, они прозрачные. Так. Опа-на, и все заново. Взлетаем. Толчок. Да, мы построили туалет. Мы первые люди в мире, походу. Ну, не походу. Мы первые люди в мире, которые решились полететь на толчке. Да, в чем проблема? Летающие толчки! Да, уху! А зачем ты в дерево? Это очень... У толчков, если что, очень сложное управление. Ай! Нас один камушек ударил. Ничего, можно толчки. У них очень тяжелое довольно, очень, то есть недовольно, очень тяжелое управление, а я, как вы понимаете, пилот. Ну, потому что только я умею плавать. Ну, ты пилот Люк! Не, я не... Нам приходится... Лети, птичка, лети, все. Нам придется постоянно взлетать, потому что... Нам надо обязательно пролетать через эти штуки, и я уже покоцался. Нам надо залетать... Мы можем залетать на бока, на бэкграунд всех этих штук. Так, давай через эту штуку. Опа-на! Нас будут сейчас кидаться с Юргеном. Эти летающие шнеки. Попадите по нам. Пробуйте. Не попали. Не попадаете. Мы обманули систему. По нам не попадают серегены. Но они пытаются. У них получается. Мы застряли где-то. Вот мы. Попкорн. Взлетай, толчок, взлетай. Ай. О, наш карты. По нам попадают, конечно, но... Мы живем, да. По нам могут попасть такие вот молнии там. Всякие кружочки там. Такой, короче, тоже летающие штуки. Толчок, живее. Ребята, это реально вот... Кто хочет, чтобы мы на толчке смогли... Знаете что? Вот не все, а нет. Не все знают про секретку. Поэтому... Только... В следующем видео мы вам покажем. Мы не можем взлететь. Я сломал здесь шары. Так, подожди. Подлетаем. Давай. Ура, мы летим. Нет, гуся, так не контролируй. Все. Где этот шарик?
оклопай все шарики, а потом задувай их. Нет, нам надо... Все, мы должны вылететь. Давай. Толчок. Вот мы чуть сами не попали в толчок. Мы попали в толчок именно. Нас чуть не смыли. Да где твои шары? Я активировала только свои, а твои нет. Не активировала. Так у меня их нету. Я их не ставил. Ты же не говорил мне их ставить. Потом. Все. А в какую сторону нам лететь? Не в эту. Нет, ну в эту. Почему в эту? Потому что мы, блин, по шкале продвигаемся. А, иголки. Какие иголки? У нас иголки убили, у нас один шарик остался. Мне почти убили. Так тебя и убили. И все, я сдох. У нас толчок не... У нас толчок не сработал. Не выжил толчок. Ну, мы получили... Аж 64 голды, 100 голды. Давай теперь взлетим на моем толчке. Да, у гусарника тоже есть свой толчок. Да, толчок. Загрузить, да, загрузим. Он загрузил свой толчок. Вот, это его толчок. Да, не пугайтесь. Это синий толчок мастера по... Тому, я ставлю по кринжу, короче. Мастер кринж-патруль, короче. По-моему, наоборот, кринж. Так я же сказал, кринж-патруль. Кринж-патруль — это тот, кто без кринжа. Это наоборот, кринж. Это спасатель кринжа. Вот, о, который спасает всех. Я делаю ему шляпку. Мы делаем шляпку, чтобы мы смогли взлететь. Чтобы у нас был полет прекрасен. Я теперь туда не могу запрыгнуть. Так. Ну, шикарно, блин. Хобана. Смотри, можно через вот, через трубу. Да, наш ролик полетели на толчке. Подожди. Мы полетим. Подождал. Жди еще. Так у тебя там... Все. Застрял. Сава, помогите. А, сейчас я сдохну. Перезагрузись. Я задохнулся. Я думаю, что это мы... А, нет. Мы в этой серии еще придем. Я думал заканчивать серию, потому что я не знал, сколько у нас она длится. Она, оказывается, 80 секундок идет и 82 минуты. Так, подожди, теперь надо... Надо все это закрепить вот этим всем добром. Добро. Все, готово. Я теперь не могу управлять, потому что у гусарника понос, ребят. А вы не знали? Сейчас у гусарника понос. Полетели. Я сейчас разберусь с управлением. Управление толчка слишком сложное, ребят. Когда-нибудь у вас, если будет толчок, вот никогда лучше не пытайтесь на нем взлететь, как мы. Мы будем лопать для того, чтобы попадать в эти ворота непонятные. Да их что? Оп. Нам надо... Нет. Мы будем передыхать на других зонах. Там, на всяких... Других. Там, например, на подгрузке. Какая наша цель? Наша цель — дойти до конца на толчке. Да. Это была наша прошлая попытка. Опыт.
Так, нам надо сейчас приземлиться. В следующей... Ты куда? А зачем? Нам надо приземлиться. Лопни несколько шариков. Ну, что-то не несколько. А зачем? А для того, что... О, идеально. И взлетаем. А, я сейчас сдохну. Лети, птичка, лети. Убейте меня, убей. Вот мы будем останавливаться на бэкграунде. Когда у меня хпшки вылечатся. Они у меня быстрее. Быстрее я придумал. Блин, почему это не так сложно управлять? Я лопну только свои шарики. Лопай. Лопай свои. И надувай. Я чуть не сдох. Все, теперь это только твои. И мы сейчас попробуем. Знаешь что, давай все это время пойдем в секретку. А нет. Мы потом в секретку пойдем. На следующей части мы пойдем в секретку. Да. Но не на летающем уже толчке. Летающий толчок слишком круто. Смотри. Ну смотри, какой красавец летит. Да, согласен. Какие красавцы. Красавец. Смотри, лопай. Лопай. Оп. И надувай. И переходи через эти ворота. Через ворота. Мы уже перешли. Да нет, на всякий случай. Блин, я не понимаю, как вы с ним управляете. Слышь! Что он туда вот... Вроде правильно лечу. Не, он сам категорически не хочет. Лопай. Я не могу лопнуть. Так все лопаем, мы иначе... Лопай. Поехали назад. На назад вообще-то плывем. Ты куда поплыл? Мы вниз. Обратно! Ты мне сказал, так лопаем, надо остановиться. Так, отдыхаем. У меня хпшки зарегенились. Отдыхаем! Сколько времени прошло? 13 минут. А, так мы в следующей серии продолжим. Всем пакедово. Всем пакета с маслом.